Ну что, мои любители макросъемочки, я приветствую вас. Сегодня у нас такой будет мини-обзорчик на службу доставки Суши Мания. Вот такой буклетик. В принципе, если это видео наберет 250 лайков, я сделаю хороший, большой обзорчик на эту доставочку. Вот такие вот роллы. В принципе, если хотите, выбирайте, заказывайте. 250 лайков наберете, будет обзорчик. Давайте посмотрим. Я купил сет, сейчас скажу какой. Секунду. Сет номер 5. Стоил мне 550 рублей. В составе ролл Калифорния, Лас-Вегас, Дракон и Праздничный. Общий вес должен быть 440. Итак, давайте вскроем, посмотрим, что же получаем за 550 рублей. Соевый соус. Одна плошечка. Имбирь и васаби. Вот я сразу говорю, я считаю, это мало. Вот за 550 рублей это реально мало. Хочется побольше. Это сразу как бы первый недочет. Наготове весы. Так, вот такая вот коробочка, она не очень большая. Тут еще какие-то бумажки и бамбуковые палочки. Такие палочки, ну, обычные, стандартные. Я думал, все в одном месте доставочки закупаются. Так, поехали, что у нас тут есть? Сертификат на 100 рублей. Ага, покупка на 1000 рублей. 100 рублей, в общем, понятно, в сторону. Так, наш сет. Давайте сначала взвесим. Сначала мы все это дело взвесим, а уже потом будем делать выводы. Обнуляем наши весы. И напоминаю, что этот сет должен весить 440 грамм. Недовес небольшой, конечно, но все равно не особо приятно. 24 грамма примерно, скорее всего, 5% недовес. Давайте вскроем, посмотрим на наши роллы, может быть, они такие вкусные. И сразу, да, вы знаете меня, будет обзорчик на жопки, в поисках жопок. Вы знаете, как я не люблю в японских роллах жопка, когда крутит, и остатки, чтобы не срезать, они просто подбивают, и из-за этого получаются ужасные роллы, некрасивые. Многие подписчики мне говорят, да ладно, что там? Нет, ребят, роллы это в первую очередь, это философия. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Ой-ой, сейчас техническая заминка. Минутку. Что ж такое? Ролл тяжело достается. Пойдем, ладно, вот так вот. Так, смотрим. Так, тут у нас все нормально. Жопок не обнаружено. Дальше. Так. Так. Так, ну ничего себе. Я приятно удивлен. Давайте мы возьмем какой-нибудь средний вот этот ролл. Так, потом здесь у нас что? Ну, достаточно, ну я не сказал, что плохая, но аккуратная. Аккуратная, конечно, ролл был. Так, возьмем вот этот ролл. В принципе, достаточно неплохо начинки. Так, этот ролл есть. Дальше, примерно как этот Калифорния, наверное, только сверху еще угорек. Смотрите, довольно неплохо. Так, и последний вид. Тоже где-то из центра возьмем.
Так, это сюда. Сейчас мы будем с вами вместе смотреть, наблюдать и делать предварительные выводы. Сейчас вот так вот. Вот так вот. Приближаем. Ну, первое мнение. Довольно неплохо. То есть мы видим здесь начинка. В принципе, тут не экономит на начинке. Это видно, это уже приятно, честно вам скажу. Так, что у нас получается? Тут 4 вида ролл. Калифорния, Лас-Вегас, Дракон и Праздничный. Честно, не хочу тут довольно углубляться в вот эту, во всю эту процедуру, где какие роллы, я не знаю. Надо было, конечно, наверное, заранее изучить, но я этого не сделал. Возможно, вы сами сможете определить. Самое главное – пробовать и смотреть, как же на вкус эти роллы. Но я не сказал, что это такой экономный вариант, ролл 550 рублей за вот такую порцию, но хотелось бы как бы побольше. Но при этом мы сами понимаем, экономив на цене ролла, мы, соответственно, ничего хорошего не получаем. Ставлю соевый соус и аккуратненько, немножко, как вы все мне говорите, кунаем ролл в соевый соус. Первый ролл. Окунули и пробуем. Довольно неплохой ролл. Я чувствую такой вкус риса, рыбы немножко. Наверное, авокадо там было. Что-то я проглядел. Сейчас хочу попробовать имбирь. А вот имбирь, кстати, какой-то завязавшийся. Вот честно. Он уже обветрен. Ну, не знаю, друзья, не. Вот по имбирьку вам минус. Суши-маня. Имбирь лучше, чтобы он был свежий. Суховат. Имбирек суховат. Не. Так, следующее. Скажите, кстати, вот это Калифорния. Как показывает практика, вот это больше похоже на Калифорнию. Лосось. Очень мало сливочного сыра, зато много авокадо. Кунаем соус. Пробуем. Тут очень много авокадо. И один нюанс, авокадо достаточно твердый. Но приятно так похрустывает во рту. Но лучше бы я бы здесь делал побольше сыра и поменьше авокадо. Вот такой же ролл. Он похож, кстати, на предыдущий. На вот это, наверное, Калифорния, только еще сверху. Вот такой вот угорь. Слайсером нарезанный угорь. Достаточно тонкий. Но он вообще тонкий-тонкий. Ну. Мастенка тоже уже хочет ролла. К сожалению, сейчас вам показать я не могу. Так. Окунаем ролл. Давайте пробовать. Поехали. Да, довольно неплохой ролл, но опять же, я говорю, что авокадо перебивает практически все, вот честно. Неплохой какой-то, если честно, сладковатый привкус. Мне кажется, вот этот соус, я не знаю, что это за соус, но он слишком сладковатый, вот честно. Я не знаю, может быть, должно перебить целый соус. Соленый соус, это все дело. Но пока немножко сладковато. Так, последний ролл. Тут сверху угорь. Опять же, там внутри авокадо, сливочный сыр. Совсем немножко. Так, ну что, друзья, давайте пробовать последний вид ролла и делать предварительные выводы. Ну что ж, друзья мои. Я попробовал все виды ролл. Давайте, наверное, делать предварительные выводы. Свернуты они по 10-бальной шкале, ну, наверное, 7-8, то есть довольно неплохо. Есть, конечно, кое-какие недочеты, но в целом очень неплохо, если сравнить еще с другими
службами доставок еды, кафе. Ну, тут смотрите, ну, неплохо. Единственный нюанс. В роллах, где есть сыр, в роллах, где есть лосось, кладется очень много авокадо. В роллах, где как бы авокадо нет, но есть крабовые палочки, кладется очень много крабовых палочек. Ну, я понимаю, что идет такая экономия на продукте, но лучше поменьше класть авокадо, вот честно. И побольше сыра. Я смотрю, тут как бы, ну, не хватает сыра, вот честно. Вот, допустим, этот ролл, вот, да, ну, неплохой. И рыбка есть, авокадо много, огурец там, не знаю, что там еще. Но вот сыра маловато, вот честно. Я бы добавил побольше. И этой службе доставки, этой кафе Суши Маня. Сейчас я вам покажу логотипчик. Суши Маня получает 8 баллов из 10. Неплохо, вкусно. Надо чуть-чуть добавить лосося и сыра. Так как, в принципе, роллы, я бы не сказал, что это эконом-вариант. Как бы 550 рублей за вот это. Поэтому получает Суши Маня 8 баллов из 10. Спасибо, что смотрели мое видео. Обязательно ставьте лайки, потому что чем больше вы поставите количество лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. Всем пока!